Сегодня мы будем говорить о программе «Перепрограммирование сценариев текущей жизни». Эта программа выйдет впервые у нас в феврале и дальше будет идти в 2020 году вместо курса «Эпигенетика». Почему так и зачем мы сделали такую программу? На самом деле, это продукт, уже завершенный продукт после годовой нашей работы в инфодайвинге, когда мы интересные психологические техники совместили с инфодайвингом и сделали их наиболее эффективными. Из классического варианта, из метафоры с яйцеклеткой и так далее, мы убрали все эмоции. То есть у нас не будет базовых программ и отмен программ, и вот все, что было на курсе эпигенетика ранее. Но подход сохранится. То есть наша задача закрыть кармические программы, которые развернутся, уже есть информационные метки в нашем физическом теле, и они развернутся в сценарии в нашей текущей жизни. И в частности, есть те, которые уже в развороте. Да? Вот с этими программами мы и будем работать. Мы их позатираем, где-то мы их затрем через убеждения, где-то мы затрем через картинки. То есть у нас будет разная психотехническая база, но мы отовсюду уберем эмоциональную составляющую. Для чего? Дело в том, что мы четко выявили, что если на курс приходит человек, например, со слабым здоровьем, либо тяжело больной, либо у него действительно очень серьезные проблемы, из-за которых он и решил пройти обучение, то есть он помогает себе, его задача помочь себе, то зачастую эмоциональный фон мешает. А вариант, когда мы без эмоций закрываем ресурсную травму, он получается эффективным, но для этого надо чуть-чуть изменить психотехническую базу. Что мы и сделали, наработав ее самостоятельно в течение этого года. Какие аспекты будут затронуты при работе? Будет затронуто обязательно изобилие, чувствительность, самоуважение, самооценка, ощущения, поддержка в семье, поддержка родных, родовые программы, то, что нам передаются, включая и по здоровью, сексуальные программы, секс, эмоциональное состояние, взаимоотношения с родными и близкими, повышение уровня энергии общее, соединение со своей жизненной целью, миссии и так далее. То есть на самом деле мы возьмем и охватим практически все параметры бытия, потому что будут люди, которые пришли совсем с разными проблемами. И задача конкретно удалить сценарий из текущей жизни. С этой задачей, я думаю, мы справимся достаточно эффективно. Курс 5-дневный будет идти по 4 часа по вечерам с 18 до 22 часов и, возможно, с задержкой по времени. Из важного. Важно, чтобы до курса у человека все-таки была пройдена индивидуальная консультация. Зачем? Дело в том, что есть сценарии, которые уходят далеко в прошлое. И там будет ресурс и в классическом варианте работы на эпигенетике и отрабатывался этот ресурс, и цель была забрать этот ресурс. И этот ресурс по приходу у человека вызывал эйфорийное состояние, большие выбросы энергии, соответственно, рождались эмоции. Поэтому как один из элементов, чтобы убрать вот этот эмоциональный накал, мы используем техники, когда мы забираем ресурс оптом во время перепрошивки. И таким образом у нас из прошлого летит только информация. Энергию мы уже забрали и вернули человеку. Но это кусок работы индивидуальной, потому что ее сделать во время курса человек сам себе не сделает. И поэтому, если вас такой вариант устраивает, то индивидуальная консультация желательно. Мы пишем при регистрации на курс обязательно. Потому что если слово «желательно», человек пропускает мимо ушей, а потом на курсе «Ой, а где ж я был?». И потом, чтобы не было во время курса наплыва на консультации, потому что у нас на консультации так очень большая очередь. Вот. Поэтому лучше заранее это все пройти и в дальнейшем спокойно участвовать в курсе. Если вы этого делать не хотите, это ваше право, ваш выбор. Вы можете участвовать и раскачивать эмоциональный фон. Это выбор человека. В данном случае никаких
жестких силовых ограничений мы применять не будем. Но наш опыт показывает, что лучше, если у человека прошлое закрыто, ресурсные травмы отжаты, остается заменить картинки и привести к определенным осознаваниям. То есть процесс разбит на части. Так не принято в психотерапии, так не принято в психологии, но в инфодайвинге мы многие вещи упрощаем и оптимизируем. И они работают тогда на порядок эффективнее. И тогда мы имеем хорошие результаты. Потому что за время, пока классическим путем мы можем отработать 1, 2, 3 сценария, которые были, как ресурсные травмы, то при прошивках мы закрываем их сотнями, понимаете? И эффективность растет в разы. Но там есть свои нюансы. То есть не все так просто, когда вот с бухты-барахты все раз и получилось. Есть уже наработки. Хотите, верьте, хотите, нет. Мы свои наработки подтверждаем нашими результатами. То есть, когда говорят о том, что инфодайверы, докажите, сошлитесь на авторитета, покажите государственного профессора и так далее. Понимаете, нам очень сложно в социуме что-то доказывать и показывать. Мы показываем результат. Вот представьте себе, что вы оказались в средневековье, и в средневековье вы хотите до людей донести технологию 4G. Вот примерно то же самое сейчас делаем мы, привнося на рынок инфодайвинг. И объяснять очень сложно. Мы просто говорим и демонстрируем результат. И вы хотите верьте, хотите нет. Если вы доверяете и приходите на обучение, мы все-таки рекомендуем прислушиваться к нашим советам, потому что эти советы основываются на практическом опыте. На практическом опыте на нашей работе и на наших результатах. Итак, данный курс перепрограммирования сценариев текущей жизни. Он будет проходить, основной ведущий будет Евгений Волков. Ему будем помогать мы, Наталья Зайцева и Андрей Хримук. И этот курс пройдет в виде интенсива. Интенсивной подачи материала, интенсивных практик, интенсивных техник по работе с собой. Он будет только онлайн. Поэтому для участия выберите удобное место в квартире, где вас никто не будет выдергивать, вы будете находиться в глубоких состояниях погружения в себя, и вы будете разбирать конфликты в себе и программы в себе. Вы будете учиться чувствовать себя, проживать определенные моменты и перепрограммировать себя самостоятельно, используя техники инфодайвинга. Курс будет 5 дней, у него приятная цена по сравнению со стоимостью эпигенетики в прошлом. И если вы решаетесь участвовать, вы можете бронировать курс в любое время, но открытая оплата будет с января 2020 года. Курс пройдет с февраля и далее. Присоединяйтесь!